Что это за странный звук? Нет, это не звук модема, записанный на кассету. Таким образом, в основном в допотопные времена загружались программы в ваш домашний компьютер с магнитной ленты. Сказать больше, и сейчас, слыша этот волшебный звук, переносишься в то время, когда компьютер только входил в повседневную жизнь и был очень и очень, мягко сказать, далек от современного. Не было никаких соцсетей, ни видео, ни аудио, ни даже фото. А что же было? Магнитофон, кассеты с программами, и даже не было монитора, а вместо него был обычный домашний телевизор. Но в то время весь этот минимум устройств заменял все радости маленького большого мира с лихвой и дарил нам все эти радости самый популярный в то время у нас в стране 8-битный микрокомпьютер. Но для нас это был суперкомпьютер. Это был ZX Spectrum. Шел примерно 91 год, и мое первое знакомство было, как ни странно, не с ZX Spectrum, а с немного другим компьютером. Было мне около 8 лет, но то знакомство я запомнил навсегда. Именно оно послужило открытием в дивный мир компьютеров и виртуальной реальности, с которой никак не выйти по сей день. Напомню, что в 91 году у нас в стране случилось, мягко говоря, нехорошее событие, когда появились страны ближнего зарубежья. Но это произошло к концу 91-го, и в 92-м все еще производились БК, бытовые компьютеры полностью собственного советского производства. И пускай там были клоны западных процессоров, но свои, созданные при помощи обратной разработки или реверс-инжиниринга. И что немаловажно, без каких-либо авторских отчислений западным разработчикам и производителям электроники. Кстати, пиратели советские инженеры очень много вещей, но об этом позже. Я в то время был мал, мне бы никто компьютер, конечно, не купил. Тем более страшно представить, сколько он тогда стоил. Нашел фото из музея Муромского завода радиоизмерительных приборов, где он производился. Но на фото цена 117 875 рублей. Как я понимаю, это цена после денежной реформы. А за сколько его покупали, спросить, к сожалению, уже не у кого. Но цена явно была не одна и не две, наверное, даже и не три хороших месячных зарплат. Назывался этот компьютер «Квазар» и был на базе советского 16-разрядного процессора K1810VM86 с тактовой частотой 5 МГц, который являлся полным аналогом микропроцессора 8086 от Intel и имел 128 кБ оперативной памяти на борту, а при добавлении АЗУ путем замены микросхемы на нем даже мог запускаться MS-DOS, о существовании которого я узнал намного позже. Почему я сразу начал рассказывать именно про «Квазар», а не про «Спектрум»? А для того, чтобы понять, какая в то время была обстановка, и что наличие разнообразного программного обеспечения решает очень многое, и даже мощность компьютера не являлась приоритетом при его выборе в то время. В общем, появился «Квазар» у моего двоюродного брата. Это был IBM совместимый компьютер. Брат был намного старше меня и уже мог что-то с ним делать. Первый раз я увидел, как с магнитной ленты загружались программы и игры в компьютер. Ну как такое может быть? На кассетах ведь может быть только музыка, а тут такое. Это просто магия, созданная человеком. Какие-то непонятные звуки превращаются в данные, выводятся на экран. В средние века, если кто-то такое говорил, сожгли бы сразу и не разбирались, чего там куда передается. И натянули эту куртку! Сжечь! Убежать его! За костер его! Меня подставили! Это же не мой! Помню первые игрушки, которые шли в комплекте на кассете МК-60. Кстати, даже игры были переведены отчасти на русский язык. И даже с некоторых игрушек были убраны копирайты заставок и красовались названия компьютера «Квазар». И никаких авторских отчислений. На кассете было несколько игрушек с описанием в руководстве пользователя. Обратим внимание на такую игру под названием «Лакомка». Эту игру, мне кажется, знают все. Давайте почитаем описание. Узнайте, что это за игра. После запуска программы на экран выводится игровое поле, система лабиринтов, в которых рассыпана фасоль. Фасоль нужно собирать, и на это дается 3 попытки. В центре игрового поля находится клетка с вашими злейшими врагами. Время от времени они выходят из своей норы и стремятся схватить вас. Ну что, догадались? Конечно, это Pac-Man. Люблю я описание обложки к играм тех времен, насмотревшихся которых сам дорисовываешь графику в уме. Из запоминающихся еще были кошки-мышки и кладоискатель. Кошки-мышки это были Элли Кэт, а кладоискатель это был Монтезума Ревенч, который мы называли еще Монти. Остальные игры как-то не запомнились.
Еще на кассете был язык программирования Basic, на котором что-то пытался делать, но до большого никогда не доходило. Но зато запомнил некоторые команды Basic, и было какое-то небольшое понятие, как писать в Basic. Эти знания я потом использовал в школе, показывая свою продвинутость в этом вопросе. Ну и, конечно же, не по назначению, но об этом позднее. Ну и что такое понятие IBM совместимый компьютер, я особо не понимал. Но звучало круто, и брат рассказывал, что аналог каких-то крутых буржуйских компьютеров, которые показывают в кино. Ну а что было дальше? А дальше столкнулись с такой ситуацией, что программного обеспечения просто негде было взять, от слова совсем. Ни одной новой кассеты так мой брат и не нашел. Может быть, если брат учился в институте, там бы, возможно, что-то и было, так как дома таких компьютеров практически не было, а вот в учебных заведениях были во множестве. И вот тут начали появляться небольшие островки в магазинах, где начинали продавать кассеты для компьютеров. Смешно звучит, правда? У нас в городе есть центральный универмаг, ЦУМ, самая главная торговая точка наступающих новых времен, которая, правда, сейчас не функционирует. И там в маленьком закутке под лестницей начали продавать кассеты с играми. Было много всяких самопальных кассет с распечатанными на них названиями игр, да с такими, что можно закачаться, например, Робокоп или Терминатор. Обо всем я рассказал брату. Он, конечно, знал обо всем этом и рассказал, что это совсем другой компьютер, игры не подходят друг другу, и что тот другой компьютер называется ZX Spectrum, и он намного слабее Квазара. И в один прекрасный момент Квазар просто не включился. Помню, как отправляли его, как в последний путь, в деревянной коробке для посылок по почте на завод. Не знаю почему так, но, наверное, не было у нас в то время сервисных центров, а тогда службы быта, которые могли починить этот компьютер. И отправляли напрямую его на завод. Ну, в общем, отправили и правда мы его в последний путь. Почему-то он не вернулся назад. Сколько вспоминал, не могу вспомнить почему. Время все-таки потихоньку стирает некоторые воспоминания. Очень любили моего двоюродного брата его родители. И вскоре ему купили тот самый ZX Spectrum. Правда, опять же, его советский клон, который назывался Delta Micro. Компьютер Delta производился в различных модификациях. И было несколько разных корпусов и отличающиеся между собой клавиатуры. Судя по Википедии, производился Курским производственным объединением «Прибор», другие версии фирмой Delta S и заводом Элара, город Чебоксары. Возможно, также выпускался в Зеленограде. Можно выделить такие модели Дельты, как Delta Secam с Secam модулем, Delta Secam диск с модулем Secam и контроллером дисковода, совсем крутой Delta S128, который имел 128 кБ оперативной памяти. И самая простая модель Delta Micro с 48 кБ оперативной памяти. И без контроллера дисковода, и без модуля Secam. В общем, такая Delta была и у нас. Комплектовались Delta 8-битным процессором KR1858VM1 на 3,5 МГц, который был аналогом процессора Zilog Z80. Естественно, в то время никто из нас и не знал историю создания данного компьютера, и по традиции все к нам приходило немного позже. И в принципе уже тогда все эти процессоры устаревали, и на родине производство ZX Spectrum на них уже остановили в 92 году. Давайте начнем с того, что процессор Zilog Z80 был разработкой американской компании Zilog в 1976 году, которая располагается в Калифорнии. Эти процессоры были широко распространены в персональных компьютерах конца 70-х, 80-х и даже начала 90-х годов. Сама компания-разработчик предоставляла лицензии на ядро процессора. Это позволяло другим компаниям, производителям процессоров, изготавливать аналоги Z80. Но некоторые компании производили аналоги, не имея официальной лицензии. В Википедии указано, что это были производители из Восточной Европы. Господи, помоги нам. Мы в Восточной Европе. Извините. Вы говорите по-английски? В итоге Zilog выпустил менее половины от всех произведенных процессоров Z80. Процессоры производили такие известные фирмы, как MOSTEC, SGS, NEC, Sharp, National Semiconductor и Hitachi. Для изготовления процессора Z80 Zilog взяла за основу процессор Intel 8080, выпущенный незадолго перед этим. Z80 создавался бинарно совместимым с 8080,
Так что код для этого процессора мог работать на процессоре от Zilog, в том числе и операционная система CPM. Кстати, на этой операционной системе работала первая BBS в мире. Такие технические характеристики были у Z80. Максимальная тактовая частота от 2,5 до 8 МГц, к моб-версии до 20 МГц, разрядность регистра 8 бит, разрядность шины данных 8 бит, разрядность шины адреса 16 бит, объем адресуемой памяти 64 кБ, количество транзисторов 8500, техпроцесс 3000 нанометров. И в 1982 году английская компания Sinclair Research под предводительством Клайва Синклера на основе процессора Zilog Z80 начинает производить персональный компьютер ZX Spectrum. Spectrum в названии подчеркивал то, что в отличие от предшественника ZX81 выдавал цветное изображение. В первых спектрумах было 16 и 48 килобайт оперативной памяти. В 1984 году выпускался ZX Spectrum Plus, только с 48 килобайтами оперативной памяти, обновленным корпусом и клавиатурой, которые продавались вдвое лучше предыдущей модели. С 1986 года начали производиться ZX Spectrum 128 со 128 килобайтами оперативной памяти и различными доработками, в том числе 32 килобайта ПЗУ с улучшенным BASIC-редактором. И в 1986 году компания Amstrad покупает у Sinclair Research за 5 миллионов фунтов права на производство и продажу по всему миру всех существующих и будущих компьютеров и компьютерной техники Sinclair. И дальше выходит еще модели Spectrum, выпущенные Amstrad. 1986 год. ZX Spectrum Plus 2 в сером корпусе и встроенным магнитофоном. 1987 год. ZX Spectrum Plus 3 уже в черном корпусе, но вместо магнитофона был привод для 3-дюймовых дискет. В 1987 году ZX Spectrum Plus 2A и Plus 2B. Эта модель, как и Plus 2, была оборудована магнитофоном. Были внесены изменения в материнскую плату, на которой было значительно уменьшено количество чипов. Естественно, про все это я узнал уже в нулевых, когда появился интернет, и никогда не видел вживую все эти аппараты. В общем, в начале 80-х никто не верил, что персональные компьютеры вообще могут быть кому-то нужны для домашнего использования. В фильме BBC «Микроман» рассказано, как происходило противостояние Синклера с Acorn Computers и как персональные компьютеры шагнули в дом каждого британца благодаря доступности цен, подключению обычного телевизора вместо монитора и использованию магнитной ленты в качестве носителя информации. Посмотрите обязательно этот фильм, если не смотрели. Помимо советских заводов, производство после распада Союза было организовано еще различными кооперативами. Клонов Спектрума было очень и очень много, как и готовых компьютеров, так и конструкторов для самостоятельной сборки корпуса и пайки деталей. Так как я видел только Delta Micro и Master, я буду говорить только про них. У соседа тоже появился наш клон ZX Spectrum. Назывался он Master. И в принципе они ничем не отличались, но у Master была ужасно неудобная клавиатура, у которой не с первого раза срабатывали клавиши. Приходилось нажимать с усилием, и не один раз. У Delta клавиатура была намного лучше. Еще вспоминается такая особенность, что при включении у этих двух компьютеров были разные надписи на экране приветствия. Как уже я узнал позже, это были копирайты. На Delta это была надпись 1982 Sinclair Research Ltd. А на мастере у соседа это был уже 1989 год Didactics Calico. Но все было одинаково, все так же работало на обоих компьютерах. Но все равно были у нас небольшие споры, у кого круче компьютер. Я говорил, что у меня Sinclair, это круто, а у тебя какой-то Didactic. Но он тут же находил, что ответить, и говорил: у тебя 82 год, а у меня 89, на 7 лет новее. Ну, в общем, не ссорились мы из-за этого. Честно говоря, вспомнил про эти копирайты только сейчас, когда пишу текст. И стало интересно. Оказывается, дидактика – это название в то время чехословацких клонов Спектрума. А Скалика – это город Скалица, который сейчас находится в Словакии. В общем, чехословацкие товарищи заказывали микросхемы для своего клона в зеленоградском заводе Ангстрем. Для них менялся копирайт в советской микросхеме ПЗУ Т-34РЕ-1. И получается, что эти же микросхемы ставились и в наши клоны, так как завод входил в альянс заводов, производящих клоны Спектрума. В общем, после того, как на экране Спектрума появлялись копирайты, либо Синклера, либо дидактики, из ПЗУ грузился Sinclair Basic. Это диалект языка программирования Basic, то есть сразу без загрузки с кассет или с дисковода можно было что-нибудь написать на Basic. К слову сказать, дисковода у меня никогда не было, и контроллера дисковода в Delta Micro не было. Даже если бы дисковод был, то его никак нельзя законнектить к Delta. Как я выше говорил, особо ничего я не писал, но хоть какое-то понятие, что такое Basic было. Обещал рассказать, как в школе применял эти знания не по назначению. В школе у нас были другие компьютеры.
Уже тогда они были устаревшие электроника MS-0511 из комплекта QVT, комплект учебно-вычислительной техники. Слышал, что в некоторых школах устанавливали заграничный комплект от японской фирмы Yamaha. Я уже не помню, сколько компьютеров было в классе, но все они были соединены в сеть. Главным компьютером с дисководами был компьютер учителя, и с него грузились программы. Уроки у нас в основном были посвящены языку BASIC. Иногда, правда, что-то рассказывали про архитектуру современных ПК, но так как современных не было, рассказывали все по картинкам. В общем, в основном давался пример какой-нибудь программы на BASIC, нужно было его ввести в компьютер и дальше разбираться, что к чему. В общем, вводит кто-то полурок текст программы в компьютер, а после нужно было ввести команду run, и программа запускалась. Для удобства на клавиатуре электроники сверху были 5 клавиш K, примерно как и сейчас клавиши F, на которые также были назначены различные команды для удобства ввода. Не помню точно, какие были команды на них, но на K5 была точно команда run. То есть после ввода программы на BASIC нажималась клавиша K5, появлялась команда run, потом Enter и запускалась программа. Ну и делалось это в основном все по бумажке, никто не смотрел, была ли там команда run или что-то еще. Просто нажимали K5, а потом Enter. А вот чуть ранее в классе были найдены руководства пользователей от этих компьютеров, и совершенно случайно была такая возможность переназначения команд на этих горячих клавишах. И давайте вернемся немного назад. Перед началом урока переделываешь кому-нибудь, чтобы при нажатии на K5 вводилась команда new. Вводит человек полурока, а может быть и больше, программу на BASIC. Нажимает K5, то есть run, а там совсем не run, а команда new, стирающая всю программу. И в общем все зазря. Весь урок насмарк. Учитель начинал уже бушевать, но никак не мог понять, в чем дело, почему так произошло. Ну вот так шутили, подло и вероломно. По сейчас вспоминаю и стыдно становится. Помню еще, что все школьники возмущались, какой BASIC, зачем он нужен. Никакого BASIC уже и нет, и в жизни он нам никогда не понадобится. Так же, как и любят говорить про математику, например. Зачем она мне нужна? Деньги я и так смогу посчитать в магазине. А простейшее программирование, по моему скромному мнению, нужно было для того, чтобы развивать у детей логическое мышление, а не просто так. Давайте разберем в теории, как звук превращается таинственным образом в данные. И надеюсь, за это меня не предадут анафеме и не погонят на костер. На 48-килобайтной машине нажимаем на клавиатуре клавишу J. На этой клавише находится команда load. И пишем две кавычки. Потом Enter. А на 128-килобайтной просто выбираем Type Loader. Запускается режим загрузки с магнитной ленты. Первое, что у нас присутствует в загрузке с ленты, это длинный сигнал. Это так называемый пилот тон. Он необходим для синхронизации перед началом передачи данных и присутствует еще перед каждым блоком программы. Программа, как правило, состоит из нескольких блоков. Это заголовок программы, содержание, название файла и параметры для его загрузки и данные самой программы. В процессе загрузки выводятся разноцветные полосы, указывающие на ход процесса загрузки данных. Полосы находятся по краям экрана, так называемый бордер, или по-нашему бордюр. В отличие от основной части экрана, эта область может только изменять цвета. Область бордюра требовалась для обеспечения нормальной читаемости символов на экранах телевизоров, которые использовались в качестве мониторов для домашних компьютеров начала 80-х годов. Аппаратная часть спектрума содержит однобитный выход и вход с компаратором. Кодирование и декодирование информации осуществляется полностью программным способом. В ПЗУ компьютера присутствуют стандартные подпрограммы записи и загрузки, используемые интерпретатором BASIC. Начальный загрузчик любой программы должен быть записан стандартными средствами в виде BASIC-программы. Дальнейшая загрузка может происходить как с помощью стандартных подпрограмм с использованием стандартного формата, так и с помощью загружаемых подпрограмм, позволяющих использовать различные нестандартные форматы. Нули и единицы кодируются импульсами разной длительности, после которых следует пауза такой же длительности, около 244 микросекунд для нуля и около 489 микросекунд для единицы. За одну секунду может быть записано 1023 следующих подряд единиц, либо 2047 следующих подряд нуля. Средняя скорость передачи данных в стандартном формате кодирования составляет около 1365 бит в секунду и изменяется в зависимости от количества нулей и единиц передаваемых данных. На 60-минутной кассете может храниться около 600 килобайт данных. Максимальное время загрузки программы для ZX Spectrum 48 кБ может составлять около 5 минут. Средним значением является 3-4 минуты. Программы для 128-килобайтного спектрума могут загружаться 12 минут и более. Для некоторых больших игр нужно подгружать каждый уровень отдельно. Существует еще модифицированный ПЗУ с возможностью ускоренной загрузки и сохранения данных.
Все мы и по сей день сталкиваемся и сталкивались с неисправностью носителей данных. Сначала с дискетами, которые ни с того ни с сего прекращали читаться. Чуть позже с дисками, когда диск затирается или царапается, и невозможно что-то с него скопировать. Потом пошли флешки и жесткие диски, которые тоже могут просто перестать работать в любой момент, благодаря разным факторам и не вводя в курс своего владельца. И так же было и с кассетами. Тут различных причин было тоже хоть отбавляй. Начиная с некачественной пленки, которыми славились кассеты МК, ленту мог заживать лентопротяжный механизм какой-нибудь электроники, который это делал при каждом удобном случае. И заканчивая тем, что просто магнитофон переставал считывать звук так, как надо. И частенько бывало такое, что при загрузке игры, когда уже остается совсем чуть-чуть до окончания передачи данных, появлялось такое сообщение. AirTape Loading Error. Сказать, что это тогда приводило нас в дикое недоумение, это не сказать ничего. Смотря сейчас на это, понимаешь, что нечто подобное будет повторяться еще и еще с диалап интернетом. Но были еще, мягко сказать, неприятные моменты, связанные с загрузкой игр с ленты. Сейчас, например, если включается холодильник, вы даже и не знаете об этом. А раньше, если включался холодильник, то, во-первых, его было слышно по всей квартире, на кухне обязательно что-то гремело. А во-вторых, происходила дичайшая помеха в электросети, и если спектрум не повисал, то опять появлялась эта ошибка чтения. Вспоминаю по сейчас и вздрагиваю. Стоит еще сказать пару слов о перезаписи игр с кассеты на кассету. Просто переписать с магнитофона на магнитофон не получится, так как перезапись приводит к снижению качества сигнала, и потом спектрум не воспринимал так, как надо, записанное. И для копирования программ существуют разные программки для копирования. То есть вначале нужно загрузить программу или игру в спектрум, а после спектрума уже записывать ее на кассету. На спектруме было столько игр, что до знакомства с ним даже не мог представить, что в природе существует такое большое количество игрушек. Наверное, было очень трудно уместить игру в 48 килобайт оперативной памяти. То есть там должны были умещаться и спрайты персонажей, и задники уровней, и звуковые эффекты, музыка. А вот как раз музыки на 48 килобайтных версиях практически не было. Только в 128 килобайтном в основном играла музыка. И как я говорил раньше, были еще интересные способы передачи данных для спектрума. Например, по радио. Некоторые музыкальные группы выпускали на виниле дополнения в виде программ для спектрума. Обязательно нужно сказать про спектрумовскую графику. Была очень интересная техническая особенность у графики спектрума, так называемый color clashing. Своими словами, это эффект, когда, например, цвет спрайта персонажа перекрашивается в цвет другого предмета на экране в игре. Этот эффект и придает узнаваемость спектрумовской графике. И даже кто-то считает этот баг фичей спектрумов. Было еще у нас много игрушек на непонятном языке, как тогда казалось. Язык этот, как потом оказалось, был испанский. Говорит это также о том, что спектрум был широко распространен в Испании. С момента знакомства со спектрумом прошло уже довольно много времени, уже примерно четверть века. Все изменилось кардинально. Другая страна, другие технологии, другие интересы. Можно много перечислять, но те самые заводы, на которых изготовлялись клоны различных процессоров, все еще работают и производят различную продукцию. Смотрим фото с музея Зеленоградского Ангстрема. В 70-е на нем выпускались микросхемы для космической промышленности. Микросхема под названием «Тропа» побывала на Луне. Также на стендах музея предоставлены различные микросхемы и процессоры, производимые на этом заводе. Видим большое количество различных калькуляторов. И что мы видим? Электронные игры ЖК-дисплея. Правда, давно уже известно, что эти самые девайсы почти полностью скопированы с японских Nintendo Game & Watch. Только были изменены герои, например. Микки Мауса изменили на волка, из «Ну погоди», который ловит яйца, ну и так далее. Завод прибор изготавливает различную продукцию, в том числе оборудование для военной промышленности. Далее еще Муромский завод, который также производил процессоры. И все так же, наряду с различными изделиями, опять же производят оборудование для военной промышленности, а в частности радиолокаторов. Как мы сейчас знаем, Zilog Z80 был сердцем не только компьютеров Spectrum, но и многих других компьютеров. Еще различных устройств, таких как, например, игровые приставки, карманный геймбой от Nintendo, игровые автоматы, жесткие диски, модемы, калькуляторы, копировальная техника, телефоны с антиопределителем номера, промышленные роботы, электронное музыкальное оборудование. И самое интересное, хоть такая история, что Z80 был мозгом у французских противокорабельных ракет Exocet. В 1982 году такой ракетой аргентинский истребитель потопил английский эскадренный миноносец «Шеффилд», один из наиболее современных на тот момент боевых кораблей. И, наверное, клон этого процессора не зря производился на заводах, связанных с оборонкой в СССР. Возможно, и у нас он использовался как мозг возможных ракет, а может и в комплексах для обнаружения пуска вражеских ракет. Существует и по сей день компания Zilog, производящая различные электронные компоненты для промышленного и потребительского рынков.
Клайв Синклер и его компания прославилась своими устройствами, такие как радиоприемники, калькуляторы, электронные часы и даже маленькие переносные телевизоры с электронно-лучевой трубкой. У всех этих устройств был инновационный дизайн, и в них были вложены передовые мысли для того времени. И естественно, исполнение, цена и иногда неудовлетворительное качество влияли на их продажи. После Спектрума Синклер не сыскал успеха в компьютерной сфере, и после продажи Амстраду занимался разработкой электромобилей. Но технологии того времени не позволяли создать современную Теслу. Немного изобретатель опередил свое время, и его электрокары не имели тогда коммерческого успеха. По сей день Синклер остается изобретателем альтернативного транспорта. Это скутеры, компактные велосипеды и так далее. В интернетах есть упоминания про интересную историю, что в 2002 году, когда Спектруму исполнилось 20 лет, банда спектрумистов написали коллективное письмо Синклеру с благодарностью и поздравлениями по этому поводу. На что он им ответил: «Спектрум? Какой Спектрум?» Еще в некоторых статьях пишут вот что про Синклера. Он остался чистым изобретателем, чью жилку не задушили ни деньги, ни всемирная слава, ни даже личное дворянство. Он занимался ровно тем, что ему было интересно в данный момент, и ничего более его не увлекало. В общем, про Клайва очень много противоречивой информации в интернете, вплоть до того, что он не пользуется интернетом. Можно подумать, что Спектрум остался давно в прошлом, и только вспоминают про него в ностальгических видосах. Нет, все совершенно не так. По сей день на эту платформу люди пишут игры во многих странах мира. Пишутся очень красивые демо-сцены. Производятся новые девайсы и клоны Спектрума с расширенными ранее невиданными возможностями. Не забывают Спектрум и известные люди. Так британцы Radiohead в 2017 году переиздали свой альбом «OK Computer». В издании было 3 винила, артбук, аудиокассета с неизданными песнями, на которой был трек «OK Computer Program» с программой Спектрума, загрузив которую можно было увидеть вводящиеся на экран случайные цветные плитки и буквы под случайные звуки. Но самые пытливые умы нашли в оперативной памяти при запущенной программе слова «Sid Leaves». Видео про Спектрум очень много, очень многие люди рассказали про него лучше меня. К сожалению, вживую английский Спектрум я так никогда и не видел. И после пользования клоном мне купили Денди, и про Спектрум я забыл на долгое время. Я прежде всего рассказываю про свои воспоминания и эмоции. Они у каждого свои. Можно было закончить видео как британцы и сказать «Спектрум Leaves». Но я, пожалуй, скажу по-другому. Спектрум все еще жив.